Привет всем, мы в Икее. Мы в Икею пришли сегодня. Нам надо пару мелочей. Привет, Костя. Ты не хочешь уже? Ты не хочешь идти сегодня сюда на плейграунд? Ты хочешь с нами гулять? А, ну пошли, значит, пошли. Габи, убери ножки с кровати. Итак, ковер нам в салон куплен. Вдруг мы так долго решили купить. Вдруг увидели, решили взять. Взяли эту, чтобы не продавливать ковер на втором этаже. Иду в комнату для стула. И до не идете туда вы. Это две подушки были по скидке, по-моему, по $3 в салон. У меня для них есть. Дети взяли вот такие игрушки. И в Америку мы взяли вот такие игрушки. Вот такие сердечки маленькие, они по 50 центов сегодня. Взяли лампочку, потому что мы Габи взяли лампочку вот такую. И взяла я подруге своей такой набор для салата. И две салатницы, железную и прозрачную. Вот. Да, и дочка, так что да. Кучу покупок сделали. Все, идемте еще посмотрим, что у них есть в outlets.
Ну что ж, вот мы покидаем Икею сегодня. Сколько? Смотри, 320 долларов. С 320 потраченными долларами. И вот как мы едем. Вот папка наш. Вот наша большая обновка. Это ковер в салон. Неважно, конечно, в living room, что зима закончена. Какой плейт? Да, да, да. Но ты можешь move, но ты не будешь продавливать ковер. Это сейчас hard, а потом будет лучше сейчас. Yeah, because I have a plastic thing. Да, подстилочку специальную. Кость, мы будем останавливаться? Или да, ты... да, да, да. Закрыли плохо багажник, и нужно пока IKEA. IKEA. Все, поехали, держим путь. На хаус. Барбекю. А вот как мы едем в нашем фордике, в котором мы уже очень много чего перевозили. Оказывается, он маленький-маленький, да удаленький. И кровать, и Дошкину, и Габушкину, и ковер, и полку я перевозила, и Дошкину, и Костя полку перевозил тоже, и Дошки. И мы перевозили, что вот это недавно было? А, и зонт наш большой, который на бэк-ярд. Так что достаточно вместительная машина, я вам скажу, Ford. Да, Константин? Да, но минивэн лучше. Но минивэн лучше. На минивэне можно даже переезжать в квартиру. Там можно жить просто. Да. Ну все, вот наше приобретение. И Габи думает, что это горка, да, Габи? А это не горка совсем. Скользко, боишься? Ты постелила ему это сверху, эту штуку? Нет, еще. Пол уже протертый и ждет, когда на него ляжет новый ковер. Готовимся к зиме, начиная с лета, правильно, папа? Папа расстроенный количеством денег, которые готов он потратил. С осени. Да. Молодец, все, папа, она прилезла, можно раскрывать. Так. Ленты торжественные раскрыты. Кость, давай, наверное, сразу там его будем раскручивать. О, ого, Кость, это осторожнее, тут. Вау. А, точно так же он выглядел, Костя. Ты путаешь просто с Косковским, которым больше ворса было. А этот выглядит так же, как сверху наши ковры. Ого. Большой какой. Какой большой. Это обычная, как ковролин, только более приятный, чем ковролин вступать. Такой пушистый, ниточками такими пушистыми идет. Ой, как приятно вступать. Вот иди. И радости нету предела, потому что наконец-то мои наволочки будут в использовании. Еще с Израиля их везла с Икеи. И только спустя вот сколько лет, Габи, отойди, отойди. Спустя сколько лет я их одену на подушки. Я их одену на подушки. Ура! Ура! Что там, бумажки, инструкция? Как надо раскручивать ковер? Папа. Папа это знает, как делать, да? Покажи свои игрушечки новые. Покажи в камеру. Что? У меня камера записывается. Давай сюда подушки, бросай мне по очереди. Одну. Вторую. Все.
Следит у нас все. Вместе. Все. Вот такое полное счастье. Счастье, полные штаны. Габушина комната с ее новыми игрушками перед сном. И вот лампочка, которую мы ей прибили. Не думали, что купим. Думали, и Дошкин перевесим светильник. Но в конце у Идошки свой. Костя, подожди. Вот так, когда выключаешь свет. Вот такой цветочек. Надеемся, ей понравится спать в своей комнатке, а не приходить к нам. Потому что последний месяц она спала на полу. Я здесь ей стелила. Ей нравится вообще спать на полу. Я стелила ей здесь простынь большую. Она спала прямо на полу, ложилась спать. Сейчас ей дала новая покрывалка розовая. Мое, которое было. Она обрадовалась. И лампочка вот эта вот. Так, может быть, ей понравится. И она все-таки захочет здесь оставаться. Иду, раздевайся, сынок. Вот, а здесь она приходила к нам посреди ночи. Вот у нее здесь так у цыганей. Цыгане спят на полу, и она любительница половой жизни. Вот так я и постилала, и она вот ночью приходит, ложится здесь. Но это не значит, что она спит на этом указанном месте. Она может двигаться и сюда, и немножко в каком-то углу и здесь спать. Но надеюсь, что, может быть, она останется сегодня в своей комнате. И уже не захочет из нее выходить. Вот такая, вот такое освещение. И вот такая комната. И вот такая наклеечка на двери. Габриэль. Со светом. Вот так еще раз покажу вам. Такая красивая. Нравится ей. А вот это еще от Идошки были пазлы. Мы с Идошкой еще их клеили, когда ему было 2-3 годика. Еще 3 не было в Израиле. Вот это, так они здесь висят. А это я рисовала ей Габриэль. Это как uppercase ее имени. Большая буква ее имени. Такая балеринка на розовом фоне с бабочкой. Короче, что-то там это я пыталась малевать. Я вообще не приверженец абсолютно розового цвета. Но так получилось, что вот розового много. Эта подруга мне на заказ привезла. Тоже розовая там с принцессками. Это как бы, как всегда, девочки розовые, значит. Эту картинку я нарисовала, ну просто у меня такие тона были. И мне так эта идея понравилась именно в розовом с белым. Габи выбрала себе этот розовый цветок. Эта подруга мне подарила вот этот розовый набор. Столик со стульчиком. Это тоже подруга покрывала мне подарила. И купила ей вот эту наволочку для подушки. Я купила с такими розовыми совами. Ей понравилась она. В общем, короче, я отнекивалась от розового цвета. Вот я люблю зеленые. Вот зеленая просто у меня. Зеленый ящик. Я люблю зеленые.